Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор фетального доплера Sonalign C1. Выпускается компанией Contec. Представляется вот такой вот беленькой коробочки. Коробочка может быть как глянцевая, так и матовая. Сейчас вот в глянцевой коробочке. Белого цвета коробка. Здесь написано Sonalign C1. Моделька, цвет, пинка. Бывает в голубом, бывает в розовом. И 3 МГц. Также штрих-код. В комплект фетального доплера входит инструкция по применению фетального доплера на английском языке, а также мы предоставляем инструкцию на русском языке. Гель 30 мл. Такого геля хватит примерно на 7-10 раз. Датчик, его еще называют зонд, 3 МГц на нем написано. Такой вот изогнутой формы он. И сам доплер. Также каждому доплеру мы представляем батареечки, чтобы они сразу были укомплектованы и рабочие. Такой вот доплер. Вставляется датчик. Моделька розового цвета. Динамик выводится на заднюю панелечку. Отсек для батареечек. Две батареечки типа 2А. Штрих-код, серийный номер. С правой стороны держатель для датчика. Регулировка громкости. Выход для наушников. Обычные стандартные наушники, которые подходят к сотовым телефонам 3,5. Кнопочка включения-выключения. Кнопочка выбора программ. Работает на трех программ. Первая программа в режиме реального времени, значение выводится. Вторая программа в течение 1 минуты. Третья программа на определенный отрезок времени. Кнопочками старт-стоп регулируете, и он показывает, сколько в этот отрезок, какое было сердцебиение. Также индикатор заряда батареечки. 3 МГц – это частота датчика выводится. То есть сейчас мы видим, что 3 МГц. Работает, и на экран выводится сердцебиение. Экран достаточно большой, все хорошо видно. Доплер хорошо помещается в ладони. И смотрите, вот такой вот динамик. Вот такая вот модельчка.